Сериал «Лихач», второй сезон, 11-12 серии. Анонс. 11-12 серии выйдут 10 октября на телеканале НТВ в 20 часов. 11-12 серии «Случайный свидетель», первая-вторая часть. После случая на яхте Женя исчезает. Смерть Щукина Карапетян ставит в вину Лихачу, его отстраняют от расследования. Но Лихач решает во что бы то ни стало выяснить правду о Щукине и найти заказчиков его убийства. Он вновь отправляется к Очагове, скрывшему от него важную информацию о Щукине, и узнает, что тот сбежал на этапе и мог направиться в город Горнинск. На поиски Очагавы ему приходится ехать вместе со Свиридовым. В Горнинске вместо беглеца они находят труп его убитого подельника Изи. Выясняется, что город держат под собой братья Керимовы. Старшего брата убил Очагава, младший Юсуп преследует его, чтобы отомстить. Лихач узнает, что Очагава поехал к любовнице и появляется у них в тот момент, когда Очагава убивает вооруженного Юсупа. Лихач просит рассказать, что он знает про убитого Щукина. Очагава молчит и погибает от пули подоспевшего Свиридова. Единственный свидетель, который мог пролить свет на дело Щукина, убит.